Последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Этот праздник учрежден совсем недавно, но о неоценимой роли его виновниц в жизни каждого человека знали во все времена. В честь люберецких мам в картинной галерее прошло торжественное собрание. На нем побывали и мы. Увлекается публицистикой, фотографией, рукоделием. А также ведет блоги в социальной сети Instagram. А еще мама пяти дочерей. Сейчас готовится к встрече с долгожданным сыном. О большой семье Ульяна Соколова мечтала всегда. Воспитывать детей и дарить новую жизнь. Ее призвание. Мне кажется, я с этим родилась. Я всегда хотела, чтобы детей было много. Потому что, ну а в чем еще? Это счастье. Это счастье, как бы тяжело не было иногда. С каждым ребенком это заново растешь как мама с самого его рождения. Врачи, учителя, полицейские, сотрудницы промышленных предприятий и бизнес-леди. В зале картинной галереи собрались женщины разных профессий и специальностей. Но всех объединяет одно – они счастливые мамы. И именно за это в их адрес звучат поздравления. Я сегодня хотел бы каждой из вас пожелать искренне, чтобы ваши дети, самое главное, были здоровы. И тоже самое главное, оправдали ваши надежды, помыслы, мечты, чтобы они выросли такими, какими вы их видите. Вы избраны Богом давать новую жизнь. Это так прекрасно, потому что без вас человечество бы не развивалось, мы бы не приумножались. Поэтому счастья вам, здоровья. Чтобы ваши детишки вас радовали, чтобы отдавали то тепло, которое вы дарите им всю жизнь. В честь виновниц торжества прозвучали не только поздравительные речи, но и вокальные номера. И, конечно, каждая песня была посвящена самому главному человеку в жизни. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.